все здесь. Можем спокойно обсудить приготовление к свадьбе. Прошу вас, папенька, оставьте эту затею. Это никого не сделает счастливым. Это дело решенное. Честь превыше всего для долгоруких. Надеюсь, для Корфов тоже. Вы совершенно правы. Корфы умеют отвечать за свои поступки. Поверю. Когда вы произнесете клятву перед алтарем? Перед алтарем? Я не собираюсь клясться ни в верности, ни в любви. Придется. Отец, я прошу вас, довольно. Поймите же, князь, вы сделаете несчастными 4 людей. Сколько горя вы еще принесете? Я люблю другого. Так, давайте успокоимся и поговорим о приданом. Я не собираюсь это обсуждать. Я в Лизином приданом не нуждаюсь. Если вы его не примете, люди будут спрашивать, почему. А я им отвечу. Потому что Лизин отец силой хочет заставить нас пожениться. Вы не посмеете. А чего же не посмею? Посмею. Мы можем поспорить. Только вы проиграете, князь. Речь сейчас идет о моей жизни. А вы говорите так, как будто меня нет. Я не могу больше этого слушать. Владимир, вы не изменились. Я поклялся в любви, в верности другой. Я не собираюсь ничего менять. Я уважаю Лизу. Я готов сделать для нее все, что угодно. Жизнь свою отдам за нее, если вы того потребуете. Но жениться не стану. Вы, после всего, что у вас произошло с Лизой, вы должны валяться у меня в ногах. Просить ее руки. Вы даже мизинца ее не стоите. Да, не стою. Лизе нужен муж, который сделает ее счастливой. Отец, Владимир прав. Давайте отложим эту свадьбу хотя бы на время. Нет. Либо он женится на Лизе, или я убиваю его на дуэли. Владимир прекрасный стрелок, отец, и у вас... Твой отец не хуже. Боже мой. Если бы я женился на Лизе, я бы породнился с убийцей своего отца. И почему же вы не подумали об этом раньше? Вы решили отомстить нам, всей семье. Отец, опомнитесь, Владимир не способен на такое. Надо защищать честь семьи. Я вызываю вас, милостивый государь. Я принимаю вызов. Да что же это за безумие? Немедленно откажитесь от своих слов. Нет. Ни за что. Зачем ты принял вызов моего отца? Ты в своем уме? Он не оставил мне выбора. Оставил! Ты должен жениться на Лизе. Я ничего твоему сумасшедшему семейству не должен! Я и так позволил твоей матери разгуливать на свободе, когда, по ней тюрьма плачет. Мало того, что отца лишили. Так еще всю жизнь искалечить хотите? Значит, теперь ты хочешь убить моего отца в отместку? Я никого не хочу убивать, Андрей! Владимир, все прекрасно знают, какой ты блестящий стрелок. У моего отца нет против тебя ни единого шанса. И ты знаешь об этом. Почему бы тебе не поступить честно и не жениться на моей сестре? Потому что твоя сестра любит нашего друга, а его сестра любит тебя. Если хочешь быть честным, Андрей, позволь Лизе выйти замуж за Репнина. А я женюсь на Анне. Владимир, Андрей, прошу вас. Подожди, Наташа. Ты готов идти по трупам, лишь бы не выполнять обязательств перед моей сестрой. Если бы вы на самом деле любили Лизу, вы бы позволили ей выйти замуж за человека, которого она любит. Это невозможно! Она обесчещена! И в этом виноват ты! Господи, да что же это такое? Она была замужем, Андрей! Если Миша готов забыть все, Забалуева, меня, Анну, в конце концов, почему ты не можешь? Послушай, Корф! Андрей! Если ты убьешь моего отца на дуэли, меня уже ничто не остановит, ничто! Следующая дуэль будет наша!